Хутор наш самый что ни на есть обыкновенный. Таких у нас на Дону считать не пересчитать. И все бы ладно было, кабы в один раз прекрасный денек в хуторе этом самый неделикатный случай не приключился. Из всех казаков наших я, можно сказать, больше всех натерпелся от этого случая. И такие мне страдания незаконные достались, что и сказать кому, так засмеют же. Вот и надоумили меня дружки мои, казачки наших хутор. Поди, говорят, Федот, судье, изложи свое грустное дело. Это, между прочим, меня Федотом-то звать. Ну, и подался я к судье. Только дома его не оказалось. Сказали, на рыбалку снарядился. Нашел я его, конечно, на берегу. И завязался промежду нас такой мужской разговор. Гражданин судья. Тихо. А, Федот, здравствуй. Гражданин судья, дозвольте присуседиться. Да какой я тебе здесь судья? Садись, места хватит. Здесь берет хорошо, а ты, я вижу, пустой. Благодарствую. Только дело у меня до вас. Вот вы на собрании объяснили. Я говорю, вы на собрании объяснили, какую законную статью приваривают за кулачьи увечья. Ага. И всякие обидные действия. А я хочу разузнать что-то другого. Ну что ж, это можно. Садись у лодку, греби у хутор, по дороге расскажешь. Я так мыслю, что при советской власти не могет быть подобных обхождений, какие со мной произвели граждане. Да кабы граждане, так полбеды, а то бабы. Это как же? А так, с весны заявляется в хутор наша же хуторная Настя. Жила она где-то на шахтах, а тут взяла и приехала, черт ее заподол смыкнул. Ну, сами знаете, что председатель наш Степан Пантелеевич характеру серьезного, и хутор соблюдал законности и прочем хорошем поведении, а кроме супружницы своей Марфы Филипповны. Никак промеж ними равновесие установиться не могло по причине ее могучего телосложения. Вообще-то жили мы тихо, с бабами обходились, как говорится, чинно-благородно, работали в поте лица своего. Казаки гульнут в топочи, кровь казачья кипит, только бабы, между прочим, все того не могут. Где кто кому живется, кто шуткой забавляется, эх, бой, пока поется, гуляй, пока гуляется. Казак моет, это я ответственно заявляю. А ежели казак не один, а ежели нас цельный, можно сказать, взвод тогда на дворе у председателя собрался, то сами себе и кумекайте. А уж Стешкина-то Марфа, супружница, значит, на нас глядя, чуть не лопалась от злости, как картошка на горячих углях. А что за праздник нонче? А да как? С родственницей его поминаем. Как ее? Алевтина Семеновна, царствие ей небесное. Алевтина Семеновна.
Это ж кем же она тебе приходит? Дыка, прабабка она ему вроде. Ты уверена, прабабка, только двоюродная. Эх вы, родственнички! Но-но-но-но-но! Ян-то ты не того, Марфа. Память о человеке – дело святое. Так-то, значит, а топереча, иди себе, Марфа, исполняй свою домашность, а мы тут малость похута. А вы похутарите, а я на себе, как раз последняя кобыла, всю домашность тащить. Нету, но не на то моих оснований. Шо-шо-шо! Нету, значит, оснований. Ага. Грамоте научилась, по науке хутарь. Ага. Ну, я тебе покажу сейчас основание. О-о. Баба не волк, у степь не убегет. Как начал я вам эту историю докладать, так и хочется мне не только про себя писать, но и про тех также, кто в ней в истории, то есть кровное участие, можно сказать, принимал. Ну, из молодых кого назвать? Конечно, Николку, гармониста нашего. Ох и парень, ни одну девку не пропустишь, чтоб ей вслед не поглядеть. А Сёмка, дружок Николкин, тот тоже не промах. А наши казачьи песни поют они, так что соловьям делать нечего. Только бровью по ветру, только бровью по ветру, девки тают на ходу. Только пальцем поманю, только пальцем поманю, девки сохнут на горню. Все такие казаки донские, знаем где, знаем где, знаем где. Девушкам подход, сами липнут, как намет. Манит бабочек огонь, манит бабочек огонь, а девчат моя гармонь. Только глазом подмигну, только глазом подмигну, девки в раз идут ко дну. Все такие казаки донские, знаем где, знаем где, знаем где. Девушкам подход, сами липнут, как намет. Только бровью по ветру, только бровью по ветру, девки тают на ходу. Только пальцем поманю, девки сохнут на корню. Все такие казаки донские, знаем где, знаем где, знаем где. Девушкам подход, сами липнут, как на мёд. Все такие казаки донские, знаем где, знаем где, знаем где. Девушкам подход, сами липнут, как на мёд. Гляди, гляди, а энта кого же на гармонь ветром прибила? Что за краля такая? Вот и платок цветастый, нос курносый. Ага, признал, Маринка, так и есть. А, ягода, а не девка. Марин, ты куда? А на Кудыкину гору. Ну ладно ты, Кудыкина. Посиди с Сёмкой, не видишь, что ли, сохнет парень? Чего? А того, убудет тебя, что ли? Уже ли поцелует тебе Сёмка или прижмет чуток? Тебе ж на пользу пойдет для развития твоего физического. Вчера лектор на сходе докладывал, слыхал, небось? Ах ты, паразит! Вот ведь темнота-то, а? Нет, чтобы поизящнее выразиться. Не паразит, ну а, к примеру, инфузория или еще как. Ладно, бывайте. А ты давай, Сёмка, действуй. Покажи этой инфузории свое мужчинское достоинство.
Да вы оба, вы... Марина, постой. Не беги, тут Марина. Пусти меня, пусти, скаженный. Ишь, дружка нашел. Ходишь за ним, как бычок на веревочке. Он же над тобой насмехается. Ну вот что, ежели ты с ним, с Николкой этим нахальным дружбу в раз не сломаешь, даже издали на меня не гляди. Марин, да я для тебя чего хочешь сделаю? А можешь ты для меня чего-нибудь такое сделать, что другому не снилось? Все. Вот все сделай, Мариночка, вот прикажи. Ты вот. Галоши купи себе, как у председателя нашего Степана Пантелеевича. Вот такое мое пожелание. Ты что? Издевайся, да? Где ж купить-то? И давно они употребилки кончились. Ну, не достанешь, нечего со мной гутарить. Понял? Чего ж тут не понять? Для тебя я ночь рассветом сделаю, повернув твоим ногам ручей, а зимою степь заледенелую отогрею песенкой своей. Могу тебе сказать заранее, напрасны все твои старания, и нет у нас надежды никакой, что будет месяц, что будет месяц, что будет месяц улыбаться над рекой. Украду я звездочку зеленую для тебя, как песня молодой. Упрошу я ласточку залетную, чтоб к тебе присела на ладонь. Могу тебе сказать заранее, напрасны все твои старания. И нет у нас надежды никакой, что будет месяц, что будет месяц, что будет месяц улыбаться над рекой. Ты меня словами не задаривай, у дружков ходи на поводу. Ты других девчонок заговаривай, все 12 месяцев в году. Напрасны все мои старания, сказала ты о том заранее. И нет у нас надежды никакой, что будет месяц, что будет месяц, что будет месяц улыбаться над рекой. Надежды никакой, что будет месяц, что будет месяц, что будет месяц улыбаться над рекой, что будет месяц, что будет месяц, что будет месяц улыбаться над рекой. А старики у нас в хуторе такие, что палец им в рот не клади. К примеру, бабка Семёна или ейный мужик, дед Захар, конюх наш. Уж полвека прошло, как вместе живут, все норовят друг дружке свой характер показать. Во, то-то и оно, опять поцапались. Это не как Семен на бутыль самогона у деда своего при людях, то есть при соседних бабах отвоевало. Отдай! На-ка себе выкуси! Вот наловчился старый бес, а? Бутылку за Энди, как их за книги прятать приладился. Чего ты? Да не в книге, а книге, эх, темнота. Во-во, за книги. То лежал на печи, а тут вдруг комод мастерить буду. Я-то, дура старая, не нарадовалась. Решила, поумнел дед на склоне лет. А он, чертяга старый, придет, этак чинно сядет, на зенки свои бесстыжие очки напялит и вроде бы во книге зыркает. А сам прохиндей, только я выйду, самогоркой аккуратно нагружается. Я в хату, а он уже дрыхнет. Ух, пьянчуга окаянная. Но ты старуха, ты того не перегибай. Ну чего? Ну хлебнул я, ну малость иногда, это бывает.
Так ведь для полной ясности может быть. Потому слова больно мудреные и заграничные в книге попадаются. И окромя меня, никто их в нашем хуторе не разберет. Да, и тем... В Германии-то я, да председатель наш Стешка, горе мыкали. Да? А ты, старуха, совсем бессознательная, как и девки енти, подружки твои. И дела вам нет никакого до заковыристых слов. Ну вот, вот смотри, вот что это есть такое? Монополия. А? Ну вот, не знаете. Монополия, ясное дело, кабак. Или вот, адаптер. Означает пустяковый человек, вроде бы вообще сволочи и больше ничего. Или, акварель, про, между прочим, хорошая девка. Так я соображаю. А бордюр – это вовсе даже наоборот гулящая баба. Не будёвый! Или вот это, что это такое? Антресоли. Это значит такую любовь крутить, что вам, разлюбезные мои, даже и не снилось. Не мели языком, профессор! Настя-то наши не такие слова знает. Скоро мы на хуторе свой женсовет заведем. Запрыгайте вы тогда, казачки. Запрыгайте. Да чего с вас взять-то одно слово? Гортензии, то есть бестолковые женщины. Ну, бестолковые. Вовремя поспели казачки наши. Не то б не сдобровать деду Захару, я вам точно говорю. Председатель, беда! Чего еще там стряслось? Баб наших баламутят. То есть как это баламут? А так, что их из повиновения из нашего выводят. Кто в конкретности? Наська. Наська Шахтов приехала. Ну что ты не видал? Стрижные. Стрижный, который под иголку. И в красном платке. Ну, в платке. Мне-то что за дело? Да... А почему вдруг стриженная? Да баб наших табунить будут. Организацию промеж них заколачивает. Потому вот и стрижные. Неужто? Да точно, как пить дать. Ах. Ну, я свою... За хвост и в эту вот собачий ящик. Вот теперь лупай обоими фонарями, свети в оба. А, баба моя, чего хочу, то и делаю. И Настя мне не указчик. Теперь указчик. Она теперь креветка. Чего-чего? Креветка, что значит по-научному самостоятельная баба. Она при документе. А скажешь тоже. Ну, и с тем документом она, Наська, значит, следует волость занимать должность. На вроде это, жены с полком. Ну и жены с. Что ли, это чума их разве? А пока, значит, она баб наших настропаляет. Вот, чуешь, это Дуняшка, супротив Федота, поднялась. Дуняшка, супруга, можно сказать, моя законная. Сколько жили, ничего. А тут поднялась супроть меня и как пошла, поехала всякими прочими словами обзывать. Мол, такой-сякой и так далее. Не стерпел я, хватит вожжи, чтоб под руку попали, за нею. Она словно кошка лохматая на лестницу сиганула. А ну, Дуня, слезай, кричу! А она... Да нет уж, лучше ты, сюда полезай! Вот и поговорим! Да я тебе... Ух ты! Ты что делаешь, ты что? Спускайся, говорю! Тоже мне! Командир стыскался, я не подумаю! А, так...
разве это не обидно? Разве это не обидно? Это чистый произвол. Для мужчины дюже стыдно. Для мужчины дюже стыдно. Нападать на слабый пол. Кто сказал, что нету права? Кто сказал, что я жив и там закон? Я жив и там закон. Они укрепы хуже нашинских быков. Кричишь при всем народе, успокойся, сатана. Не чужая ты мне вроде, а законная жена. Так весь наш хутор не спеши ты, весь наш хутор не спеши ты. И не фыркай точно гусь, ведь и я не лыком шита. Ведь она не лыком шита. Грозных взглядов не боюсь. Хватит петь на ветке птичка, хватит клюв свой раздевать. Что за глупая привычка, как угодно обзывать? Как угодно, как попало обзывать, да как попало обзывать. Разве это не обидно? Разве это не обидно? Это чистый произвол. Это для мужчины дюже стыдно. Для мужчины дюже стыдно. Нападать на слабый пол. Это для мужчины дюже стыдно. Дуняшка, спускайся на землю и прекрати эти шалости. Это какие ж то шалости? Ежели я жить с ним отказываюсь, ежели мне учить, на кого не взгляну, щелк по лбу. Или я арбуз полосатый, что привык он по нем щелкать? Да верно, Дуняшка, довольно молчали. А теперь-то, бабоньки, у нас тоже права есть. Права есть, ты мне брось тут агитацию проводить. Дюжери чистые стали, скочитались промеж себя. Мы воскресли. Молчи уж ты, Пресвятая Богородица. Да молчать боль не будем. Намаялись с избытком. Хватит вам. Самохвалы казаки вечно лезут в драку. Им не страшно против баб начинать атаку. Без ошибки казака узнайся. Если смирный, это значит не казак. Без ошибки казака узнайся. Если смирный, это значит не казак. Чтобы бабы если с буру казаки машут кулаками, без ошибки казака узнает всяк. Если смирный, это значит не казак. Без ошибки казака узнает всяк. Если смирный, это значит не казак. Что вы, бабы, побурели, что вы, бабы, заболели. Бешеный любой казак, что ребенок малый, бешеный помрет казак с голоду, пожалуй. Без ошибки казака узнает всяк. Если смирный, это значит не казак. Без ошибки казака узнает всяк. Если смирный, это значит не казак. Что вы, бабы, побурели, что вы, бабы, заболели. Живое нашего Стёжку, видать, за дело. Ишь, кинулся порядок в семействе наводить, а толку-то? Ты что, Марфа, тоже на удочку Настькину клюнула? Ну? А ну, марш до хаты! Марфа, не боись! А теперь ты меня силком в хату не затянешь! И при людях не ударишь! С огнем играешь! Гляди, я отыграюсь. Ты ее не больно-то страшай. Неиспугливый. Неиспугливо, уразумел.
Стало быть, что же? Бунт на хуторе. Точно, это бабе бунт. Ну, я ее. А ты Настю не трожь. Она нам глаза открыла на нашу бабью долю. Ребята, бабы, революцию не только для вас, мужиков, делали, но и для всего прочего населения. Нам равноправенство подавай. Это что ж выходит, казаки? Баба, что ли, человек? Смотрите, вот телок недорослый, а? У самого молоко на губах не обсохло, а туда же. Ой, глядите, Настя идет. А, идет. Ну, я же идет. Сейчас вам наша Настя правду скажет, так как нам страшно, что на части разрываются сердца. Вы оставьте шутки эти, придержите протокол. Но вы не такой на свете, что было изведено. Если чётку Насти острый с нею мы не пропадем. Как нам быть не знаем, просто страна мой карлик. Молитесь вашей Насте, на все это прекрасно. Грех им жить при новой власти, а при царской темноте. Но и порежьте правду на те времена теперь не те. Мать просила, не ходи ты замуж, донюшка. Отвечай, Федот, за что Дуняшу свою обижаешь? За что? Для порядку.
Не будешь бить, спортится. Баба, она как лошадь, не бьешь, не везет. А нынче не то, что жену, лошадь бить нельзя. Да? Ну, спасибо тебе, Настя, научила. Может, ты нас заодно научишь, как бабой да лошадью без кнута управлять. А ты лаской, лаской попробуй. На грубостях ты далеко не уедешь. Можно и лаской спробовать. А, гармонист наш ненаглядный. Ты что же это? Варьке голову закружила в кусты? Варька-то влюбилась. А вот тебе влюбляться... Должность, небось, не дозволяет. Ну, как-никак, ты же у нас женская власть. Ты мне зубы-то не заговаривай. Бригадир ты справный, гармонист добрый. А вот насчет морального облика, так стыдно на тебя глядеть. А ты не гляди, а то поглядишь и взгляды отвести не сможешь. Так-таки я не смогу. А вот так не сможешь, потому что супротив Николки, ежели он того пожелает, не родилась еще девка, чтобы выстрелила. Эх, Николай, хвостун ты никудышный. Вот я тебе что скажу. А выстоишь, а? Тут и думать нечего. Кишка тонка, товарищ будущий председатель женсовета. А помимо всего прочего, боишься ты меня. Я же тебя насквозь вижу. Это как же боюсь? А вот так же, ну, по вашей женской линии обаятельности моей опасаюсь. Еще чего надумал? Это точно, а хочешь докажу? Докажи. А вот сейчас возьму при всех и поцелую. На добровольных, конечно, начало. Ой, и чего ты привязался? Или других девок у нас нет? Имеются девки. А только я на свой авторитет не найду подходящего. За мной вон одна дюжа ушибается. А на какую причину она мне нужна? Раз у нее ряжка, как у жабы. Вот с нею и целуйтесь. Да ты мне по душе, Настя. О, охальник ты этакой, а? Отлетик такой. А побоюсь, думаешь? Не поцелуй, а? А чего бояться? Целуй. Да ну. Ого. Врешь. А не сколечко. О, девка. Огонь, девка. Или струсил? Смотри, приворожу. Я струсил? Я? Да я. Эх, парень, ну вылитый я в молодости. Это не парень, а аквариум. Или это, проще говоря... Сазан костястый. Сазан! Ну, теперь ты никуда от меня не денешься, потому как стал привороженным. Это я, что ли, привороженный? Да не привороженный я, а примороженный. Ты на вроде мороза зимнего. Ну что так? Поначалу обжигаешь, а после холодом отдаешь. К тебе и не подступишься. А спробуй. Слышь, Настя. А ведь у тебя в запрошлом годе было ко мне расположение. Ну, нравилось, как я на гармонии играю. Так чего ж не сыграешь? Это можно. Для тебя только. Я гармошку разверну, а гармошка грустная вспоминает про весну. Ту, что льдинкой хрустнула, надоело выводить. Разные страдания, ты не хочешь выходить к Дону на свидание. Без твоих веселых глаз мы с гармошкой маемся. Хотя бы раз, даром, что ли, стараемся. Не могу я допускать, чтобы сердце ёкало, если вдруг мелькнет опять твой платочек около. В груди пожары, к тому же пламенный. Эх, тебе меня не жаль, а ведь я не каменный. Ты сама, сама, сама сети мне расставила, холодней, чем зима. Лучше бы растаяла. Ты
сама, сама, сама. Сети не расставила, холодней ты, чем зима. Лучше бы растаяла, холодней ты, чем зима. Лучше бы растаяла. Хитрый вы народ, гармонисты. От песен девичья душа добрее. А, ежели так, то по доброте поцеловать ты должна меня ответно, а? Перебьешь ты без того. Или совсем не нравлюсь. Нравишься, врать не хочу. Да их кабаня. Что? А, да не поймешь ты этого сейчас. Может, потом, когда поумнеешь или другим станешь. Горячимся в споре оба, будто жарких два огня. Для чего моя зазноба присушила ты меня? Для чего моя зазноба? Для чего моя зазноба? Для чего моя зазноба присушила ты меня? Зачем судьба такая? И кто виноват, и кто виноват, и кто виноват? Нашла коса на камень. Про нас говорят, про нас говорят, про нас говорят. Ты мне слова не уступишь, я тебе не уступлю. Жаль, что ты меня не любишь, так как я тебя люблю. Жаль, что ты меня не любишь. Жаль, что ты меня не любишь. Жаль, что ты меня не любишь, так как я тебя люблю. Зачем судьба такая? И кто виноват, и кто виноват, и кто виноват? Нашла коса на камень. Про нас говорят, про нас говорят, про нас говорят. Всем давно известно это, гордый ты и я горда. И насмешку без ответа не оставлю никогда. Ни к чему твоя угроза, позабыл я сто обид. Ох, как будто от мороза от любви меня снобит. Вот тебе цветок лазоревый, дарю. А ты за место награды, ну, значит, поцелуй меня разок, а? С разбегу или на цыпочки привставши? Можно и с разбегу. О, шибко напираешь, и слова сказать не дам. А что там слова разговаривать? Целуй, дай, все тут. Ох, как будто от мороза от любви меня знобит. Ох, как будто от мороза от любви меня знобит. Ох, как будто от мороза от любви меня знобит. Ой, жаль, но это не колка. Ладно, закрой гляделки-то и улыбнись. Вот тебе цветок лазурный. И щелчок по носу. Ну, Наська, да щелкаешься ты у меня. Ты сама, сама, сама сети мне расставила. Холодней ты, чем зима. Лучше бы растаяла. Холодней ты, чем зима. Лучше бы растаяла. Так вот, из-за Наськи Энкой и начались наши семейные разногласия и прочие глупости. Был я, можно сказать, женатый, а то вдруг стал, значит, совсем холостой, поскольку Дуняша моя от меня сбежала в неизвестном направлении. Пошел я с горя к председателю, к стежке, стало быть. Такое дело, думаю, обмозговать. Заглянул в ихний курень, никого. Заглянул на бас,
Ни души. Только кобель чертяка скулит непотребным голосом. Вдруг слышу, кто это храпит в стогу сена. Подхожу поближе, для разведки, значит. И граблями по тому стогу протянул легонько. Исключительно, конечно, из любопытственности. Кто тут, а? Ты чего в стог залез? Голова. Чего? Болит проклятущая. Не ровен час развалится. Может, лишнего с вечера принял, а? Ну, самую малость. Да когда это у вашего председателя башка с похмелья болела, а? Ну да. А чего ж с ней тогда? А никому не проболтаешь? Что ты, вот тебе крест, могила. Ты чего? Чего это ты, а? Мне, партийному председателю, крест дает тебе. Ой, башка. Ой, ну ты прости, Степан, привычка такая с малолетству. Наследственность от старого проклятого прижиму. А слово, значит, дают твердое мужчинское, что никому. А это другое дело. Давай, выкладывай. Баба моя меня синвалидничала. Да ну? Сражение вчера промеж нас вышло. Понятно. Да. Видишь, я покалеченный, а все она, Анастасия. А. Ну, давай, хуторь дали. А чего дали? Ну, выпил я, как говорят, самую малость. Ну, да. Ша-ша. А Марфа взвелась. Опять за свое ты, председатель, должен себя соблюдать и другим несознательным гражданам пример подавать. Но я резонно эдак ей ответствую, мол, как я есть председатель, то не твоего это бабьего ума дело мне, ядрёна вошь, указывать. Тут у нас разговор разгорелся, хотел я чуток проучить, а она, стерва, горшок со щами как вдарить об мою мозговую часть и вдребезги. Ой, голова. Горшок! Ну, я её, само собой, коромыслом перетянул. Но ты ж мою Марфу знаешь. Баба она могучая. Ну, коромысло пополам, а меня самого утюгом по макушке дзынь. Что, утюг дзынь? Башка. Ну, снаружи вроде ничего, это, а внутри звон какой-то стоит. А звон. Да. Здоровущая шишка, как тыква. Ай, вот, не трожь. Ой, голова. О, сейчас лечиться будем. Лечиться будем сейчас. О, можно. Марфа. Марфуша. А, нету. Дрыхнет, видать, а? Марфа. Нету. А? Где же она? Опять, что ли, к Настеньке попёрлась, а? А грамот она им, видишь, излагает. Моя уже и писать не ловчилась, во как. Глянь, документ на стогу граблями приколотый. Ха. Документ? Ха. Ха. Прощайте, Степан Пантелеевич, ушла от вас насовсем. Будя над нами измываться, топереча, жизнь у нас у баб будет свободная и независимая. Остаюсь бывшая ваша супружница, а ныне равноправная гражданка Марфа Филипповна Поперечная. Как понимать? Ведь твоя фамилия Кошевой. Да папаша ее Поперечный, язви его, так она и намекает. А моя без намеков так прямо и объявила. Не буду с вами жить, Федот Никонорович. Собрала манатки, жратву всю, заготовленную, до капельки загробастала и прочь со двора подалась. А ты куда глядел? Дуняшка твоя баба хлипкая, не то что моя. Чтоб ей пусто было. Ой, хлипкая, а вот привязала она меня ночью до кровати. Ты ж знаешь, я когда сплю, меня пушкой не разбудит. О, где там? Так я из ейных веревок не менее часа высвобождался. Вот, ногу подвернул. Колчак! Ой, напугал меня до смерти. Ну и кобеля! Содержит, точно какая-то гидра.
Так и норовит проклятый ни за что попади цапнуть, а все повыше ног прицеливается. На той ли кличка Колчак. Да. Ладно, ты по делу, дед Захар, или так просто? По делу. Слушай, старуха-то моя исчезнула. Вот какая Петрушка. Да ну! Куда же она? Ну, весь хутор насквозь обшарил, нигде нет. Остался я один, как чирий на видном месте. Это по-научному, значит, бурфункул называется. Шо-шо? Фурбункул. Ай, я... Ну, снарядился я, значит, корову доить, и она проклятущая на меня и глядеть не желает. Я к ей так, и сяк, нет, не признает за родню. Ну, кое-как стряножил, привязал к плетню. Стой, говорю, чертяка лопоуха, я да у меня нервы разыграются, я тебе жизни могу лишить. Вот, цебарку ей под пузо сунул, только это... За титьку, пальчиком так благородно, а она хвостом, как вертанет и метелкой своей поганой меня по глазам. Ну, чего дальше? Ой, Господи, ну, хотел я приступить с молитвой, а как она меня стяганула, я грешник ее... матом. О, и такую родителеву субботу устроил чистый поминок. Да помогла беседа? А вроде бы. Зажмурился я, шапку на глаза натянул и ну за титьки тягать туда-сюда, туда-сюда. Ну льется молоко мимо цебарки, а она, ну это корова то есть, хвостом меня по обоим щекам. Натерпелся ж ты, дед. О, голова, ой, голова. Свету я тут не взвидел. Только что хотел цибарку бросить и бить с базу за жмурки, как она, стерва, ногой брыхнет и последние сиротские капли разлила. Ну, чистые и... Это прямо я скотина. Ну, намучился, извелся, проклял я эту корову, повесил ей на рога порожнюю цебарку и пошел стряпаться. Так что же она? Что же она и стоит с цебаркой-то, а? Да не, уже не стоит. А чего с ней? Да вот, как до вас бить-то собрался и заглянул на бас, а корову-то и след простыл. Ай. Ну, видать, моя Семеновна ее уволокла, пока я стряпался. Ну вот, а твоя-то баба где, председатель? Моя. И моя исчезнула. Председатель! Ну, чего там? Мамаша моя с сестрицами манатки смотали и сгинули в неизвестном направлении. Да вы что? Вы что, очумели все? Да не мы очумели, а бабы наши. А это все Настькина работа. Ой, у меня от голодухи все нутро скрипит. Может, у тебя, Стешка, чего-нибудь есть из продовольствия, а? Ну, пойду гляну. Жрать хочется. Не вспоминай, Федот, про это дело. О! Нема! Нема, мужики, ничего нема! О, как ветром выдуло подчистую. Вот только... Только мясо от щей. А щи где? Тута. Ну чего ржете? Что ржете? Как бы не заплакали скоро. Мужики, никак Марфа вернулась, а? Момент. Марфа! Вот сюда! Бегу, чуть не падаю. За Колчаком я, а то он тут у нас с голоду подохнет. Ой,
повернись, Марфуша, забудь обиду, мои ты грубости забудь. Такой хороший, ты только с виду, тебе не верю я ничуть. Вернись, Марфуша, зачем беситься? Давай поладим по-добру, тебе куплю я платок из ситца, на платье шелку наберу. Твоих подарков носить не стану, они мне вовсе не к чему. Не надо ситца взамен обману, и шелку тоже не возьму. Вернись, Марфуша, тебя не трону, зазря меня не беспокой. Ты ненадежный, как ветер с дому, тебе нет веры никакой. Вернись, Марфуша, прости супруга, как лодка к берегу причалит. Хмельная водка, какая водка, твоя подруга, прощай навек, моя печаль. Прощай навек, моя печаль. Марфа, вернись! Эй, пусть не дождичка в четверг! Пошли, Колчак, пошли! Ах, ну, мужики, я сейчас ее винтом достану. У меня двустволка как раз солью заряжена. Да, достанешь ее, черта в юбке! Нет ружа! Мужики, уперла ружо! Председатель, недоразумение! Оба и наши! Как сквозь землю провалились, а? Да знаю про то, знаю. И твоя, того, да. Подалась. Угадал. А укрепились они в бывших панских конюшнях по ту сторону дома, я сам видел. Ну, да. Потому, потому и оружие прихватили, оборону решили занять. Ох, осиротели мы, ребята. Да не раскисать же нам, казаки! Они бабскую артель заорганизовали, а мы свою мужчинскую коммуну заведем. Верно! И председателю на дворе всю домашность совместным скопом вести будем. Верно говоришь! Ежели казак пожелает, так он на все руки мастер! Казак все майор! У него всякая работа в руках горит! Ну как, казаки, не дрогнем? Не трогай! Лучше всякий бабы дело. Раскрасавец. Старин наш на зоне. Да, где? И по-хорошему можем сделать. С огурцами. И все вполне, вполне. Да, вполне. Ни к чему зазря пустает. Рапербалы красоков. Покинули нас бабы,
Скрылись в бывших, значит, панских конюшнях. Чего они там про нас говорили, не знаю, только сдогадаться могу, понятное дело. Но так мыслю, что им не дюже весело там жилось. Особливо по вечерам, когда темно, сыро и бругать некого. Хотел бы я в тот момент на них, на баб глупых, черт бы их побрал, хоть бы глазком одним глянуть. Чего они там без нас делают? Все ж, бабоньки, жалко мне моего Федотку. Пропадет ведь он там. Ой. А уж мой-то старый, совсем дитё малое. Как-то он там, Захарушка. Ой. Да вы что, товарищи женщины, сдаваться надумали? Ой, ну нет, не думай, да на что мне мой старый дед сдался? Век бы его в глаза не видела. Вот провалиться мне на этом месте. Свинья его целовала, да и та после этого 3 дня икала. Ладно, ладно, бабы. А чтобы разговоров подобных не было, предлагаю произвести собрание. И клятву дать, что не пойдем на всякие компромиссы. Не пойдем. Знаешь, а куда это мы не пойдем? Ну, на компромиссы, на уступки, значит. А за раз решили? Кого председателем собрания ставим? Кого? Тебя. Ну, тогда ставлю на голосование. Давай. Голосуем. Все, единогласно. Марфа,
ты у нас теперь грамотная. Садись и пиши протокол. Чего? Ну, мнению нашу записывай. А-а-а. Бабы, даем клятву? Даем! Даем! Не отступим? Не отступим! Сколотили мы свою мужицкую коммунию. Каждому дело нашлось, не без того. Сами себе, понимаешь, обед готовим. Тешка он рубаху свою затрапезную стирает. Только уж сильно он по воде колотит. Силу ему, можно сказать, девать некуда. Мыльные пузыри, как мухи, по двору летают. А я, можно сказать, картофель тут для варки готовлю. Эй, Степан! Степан, ты чего размахался? Всю картофель меня намылил. И с мылом сойдет. Только чистишь ты картофель и точно деревяшку строгаешь. О. А так ведь эту цельный путь надо на одну миску. Если ты такой умный, да иди чисти. Черт, палец посек. А, на один разок хватит. Хватит. Ой, вон она какая. Шустрая капуста-то, но никак ее не ухватишь. А ты, дед, нож наточил-то? Да, об чего? Об твой зад, что ли? Ну, что я, всю хозяйство уволокли, проклятый. Ну, ничего. Хотя, да, в бульоне она сама обмоется. Где? Ну, ведь по-иностранному, юшка так называется. Бульон. Ну, короче, в кипятке произойдет, значит, такая дезинфекция. Ты чего рубашку мокрую гладишь? Ну ты не толкайся, что ты толкаешься-то? Быстрее будет, чего? А то жди ее пока подсохнет. Вот ведь ядреный лук, а? Аж слезу вышибает. Ничего, и с клубнями сойдет. Ой, небось посолить забыли, а? О, стрепухи! Ну-ка, дай-ка. Да, во, посолить на, во. Поглядим, какой вкус намечается. Ну, хлебы, да, хлебы. Да. Ну, чего? Продирает? Угольная соль. Соль угольная. О, председатель! Тут, пожалуйста! Держи! Воды! Ну, а что? Ой, ну, работнички, ну! Работнички! А все ты, Николка, не дрогнем, казаки, у казака вся в руках горит. Вот тебе и сгорело. Да не я, да это все она, Настя. Настя это. Настенька. Эх, и люблю же я тебя, проклятущую. Душу ты мою выворачиваешь, сердце разрываешь. Настя. Ой, эх, Николай Николка, стал бы ты таким, как мне хочется. И было бы нас счастье. Хотя не верю в сказки я, живу мечтой одной, что станешь ты поласковей, когда впервые
найдешь слова другие, хорошие, простые, найдешь слова от неожиданного счастья. Вся земля начнет качаться и закружится хмельная. Зори мне с красивою такой. Я вдруг впервые нашел слова другие, хорошие, простые, нашел слова. От неожиданного счастья начала земля качаться, и хмельная закружилась голова. Тогда с тобой вдвоем на край земли мы обязательно пойдем. Без парня, без такого бы была бы на сердце грусть. Жалко парня. Страдает, сохнет по-настьски. И чего от них, от девок-то хорошего ждать? Спит Николка, а ему она только и снится, как живая. Везде она ему мерещится, за любым плетнем, за любой березкой. Все об ней, об одной мечтает, и голос ее слышит повсюду. Да что там, Николка? Я и сам по Дуняшке своей так истосковался, словно б цельный век не видел. И чего она, думаю, там в этих бывших конюшнях без меня пропадает окончательно, бесповоротно? А может, думаю, у нее и вовсе кто другой на уме? Может, из ближних хуторов кто-нибудь приладился к ней, пока я ушами хлопаю наподобие беспризорного кобеля? И такая в моем внутри ревность заиграла, что кинулся я, сломя голову, на другой берег Дону, где бабы наши обосновались. Пробираюсь тихонько ползком, почти не дышу от сильного волнения чувств. И возле самых почти конюшен натыкаюсь я нос к носу. На кого бы думали? На деда Захара. Ой. Ух ты, кто это? Ух ты, кто это? Дед Захар, а ты чего на этот берег забрался? А ты чего? Да не могу я, дед, боли без Дуняшки. А я по старухе дюже стосковался. Тихо ты, тихо. Да, вот и выходит, как я-то Николку упреждал. Шкрей-брехтеры мы. Да не шкрей-брехтеры, а шкрей-брехеры. Какие брехеры, чего? Да это все одно. Это все. Я не могу без старухи. Силов нет. Ты вот что, Федот, ты с первоначалу помани кобеля, отцепи и в степи уведи. Да привяжи там. Колчак, он тебя завсегда уважал, потому как лицензия твоя на него...
малость похоже. Ну уж, дед, такой я загнул. На кобеля похож. А чего ж тут поганого? Ты кобель вполне даже симпатичный. Только вот меня почему-то он не уважает. Ну, сходи, а, Федотушка, сходи. Я со старухой погутарю, а после ты с Дуняшкой. А я тут на стрёме постою. Да будь по-твоему, уговорил дед, пошел я. Ну, истинная протекция получается. Положение, то есть, хуже некуда. Ой, что за петух об эту пору? Стой! Стрелять буду! На, стреляй, ну! Захарушка! Ты, родненький, явился! Истосковался я, Прасковьюшка! Захарушка, а помнишь, как в гражданскую мы с тобой на тачанке летали? Да, летали. И под пулями вражьими. А завсегда эти вместе были. Вместе, а? Вместе. А тут, тут как? Вот врозь. Почему это? Голубь ты мой. Обхипанный. Ты мне кричала, не балуй, когда буянил грубая, прости меня и поцелуй, любовь моя, любовь моя, безумная. Видать, лишак, тебя возьми, по мне тоскует хатушка, ну то уж ладно, обними. Страдалец мой, страдалец мой, Захарушка. Я без тебяшки летом стал раздор во вред питанию, дозволь обнять твой стройный стан, дозволь обнять твою лебяжью талию. Катков с полсотни как-никак совместной жизни прожито, ты глянь-ка в зеркало, казак, на что ж это, на что ж это, на что похожа рожа-то? Бабы трудный вы народ, не зря такое молвлено. Зачем ты мне дала развод? Не помни зла, не помни зла, Семеновна. Я поразмыслила чуток, и вот оно решение. Тебе, мой старый кочеток, дарю свое, дарю свое, дарю свое прощение. Страдалец мой, Захарушка. Ух, Настенька, тошно мне без Сёмки. Ну, сама ж говорила, чтоб глаза твои на него не глядели. Ой, а дружка его, Николку, его все расчехвостила. Да кто дружка, а Сёмку? Ты понимаешь, ну, люб он мне. Тихо, глянь. Ползет кто-то, а в руках редно. А ну, возьми дрын да притаись. Ой, боязно мне. Не бойся, ты за место приманки садись. А я, если что, стукну без промаху. Не сомневайся. Ой. Да грей как надо. Давай, давай. Ох. А ну, поглядим, что за бандит такой. Сёмка. Сёмочка, ты. Да я же, Маринка. А чего ой, ты... он самый. Чего ты полз? Тебя похитить хотел. Ох ты, похититель. Ну ты куда? Да чего уж там. Совсем оплошал я. Прощай. Эх, видать, напрасно я лошадь доставал.
Галоши? Какие галоши? Да сама ему условия выставила. Достань, мол, галоши, как у председателя. Ну, пошутить хотела. Достал? А то нет. О, навехонькие. Ой, как же это ты. Вызвали меня в волость к самому комсомольскому секретарю, и говорит он. Ну? Ты, говорит, который, значит, отличившийся на посевной комсомолец, награждаешься у нас грамотой и ценным подарком. А я и гутарю, грамоту давай сюда, а за место ценного подарка сделайте уважение, достаньте мне галоши. Удивился секретарь, но оказал уважение. Поедет, говорит, наш начальник милиции по делам в саму столицу, дам ему особое поручение, будут тебе галоши. Ну да. И не обманул. Вот они, скрипучие. А только зачем они мне? Разве только, чтоб из хутора подальше уйти. Сёмка, Сёмочка. Ну шо? Да люб ты мне. Люб ты мне без всяких галош. Глупый. Да ну вас, голубки. Мариночка, ушам своим не верю. Это не малинка в лесу залела, это я сама при тебе осмелела. Отвечай скорее, что же сделал ты, Сёмка, накрепко любви завязалась тесёмка. Для тебя спрошу я Серёжику вербы, и она тебе их подарит, наверное. Из каймой цветастой зари полушалок на плечи тебе я наброшу, пожалуй. Синева расплескалась бездонная, и просторно мне птицам кружить. Ты пойми, без тебя, как бездонная, не могу ни дышать и ни жить. Это не от ветра трава закачалась, это моя песня с твоей повстречалась. Это не в лесу залела малина, это ты, Марина, меня заманила. Синева расплескалась бездонная, и просторно мне птицам кружить. Ты пойми, без тебя, как бездонная, не могу ни дышать и не жить. Только упорхнули голубки энти, а тут выплывает с ведрами на коромысле супруга моя, разлюбезная Евдокия. И жить без тебя не в состоянии, хошь верь, хошь не верь, а только разлука для меня все равно, что кость поперек горла. И полилась у нас беседа, как вода из ведра. Значит, уговор? Уговор. А ревновать не будешь? Ни в жизнь не буду, ну что ты. А насчет рукоприкладства как? Вовек не обижу. Пылинки буду сдувать. А ты полезть со мной перестанешь, ну, вроде кошки. Вместе лазить будем. Да чего же ты ревнючий, не с тобой одна беда. Ходишь ты мрачнее тучи, если гляну я куда. Со времен глубокой древности знаю все о муках ревности. Но почему-то до наших дней не могут люди расстаться с ней. Ревностью шутить опасно, точно так же, как с огнем. Но ревнуешь ты напрасно, у
утром, вечером, днем, соврём в глубокой древности. Знаете, а мука древности, но почему-то до наших дней не могут люди расстаться с ней. Жить бы мне тревог не зная, вот была бы благодать. Кровь кипит в тебе шальная, очень нервный ты, видать. Со времен глубокой древности, знаете, а мука древности, но почему-то до наших дней не могут люди расстаться с ней. Почему-то до наших дней не могут люди, не могут люди, не могут люди расстаться с ней. Не могут люди, не могут люди, не могут люди расстаться с ней. И так нам было хорошо и приятно, что ничего мы вокруг не замечали. А когда я заметил Марфу и прочих баб, то было уже поздно. Окружили они нас такой могучей стеной, так что без пулеметок своим не пробьешься. Товарищи свободные женщины, Евдокия вместе с нами со всеми клялась? Клялась! Клялась! А на протоколе Дунькин палец отпечатанный есть? Ну, есть! Ну, с Дуняшкой разговор будет обосля. А вот что с мужиком ейным делать станем? А? А за ничто же придумать! Да ничто! Ну стойте! Ну стойте, бабы! Да бабы-то послухайте! Я того, парламентарий! Чего? Официально, можно сказать, к вам от мужиков ваших есть направленный для мирных переговоров. Неприкосновенный, значит. А мы вот зараз тебе как прикоснемся, неприкосновенный. Бабы, постойте! Пущай, гударик, чего там наши казачки еще удумали? Зачем пришел? Ну чего надо, кровопийца? Бросьте, бабы, дурить! Чего? И ты, Дуняшка, его ругательные губы целовала, этого Колчака проклятущего. Ну за что ж Колчаком обзывает? А за то, что на кобеля нашего похож. Тоже похож. Да и за то, что как белая гидра над беззащитными измываешься. Ну ладно, амнистия вам. Чего? Но повтори, что сказал. Я говорю, амнистия вам. Да сам ты амнистия. А мы честные бабы. Нет, слыхали, так и есть. По-иностранному выражается. Вот что. Мы тебе не уличные амнистии, а мужние жены. И обойдемся мы с тобой домашними средствами. А ну, снимай с него штаны и бежи к лавке. И чтоб крапивы бабы не жалеть. Бабы, да вы что, одурели? Бабы! Самохвалы казаки вечно лезут в драку. Им не страшно против баб начинать атаку. Без ошибки казака узнайся. Если смирный, это значит не казак. Без ошибки казака узнайся. Если смирный, это значит не казак. Чтобы бабы одурели, чтобы бабы самотели. Что нам времечко терять, спорить с казаками, если с дуру казаки машут кулаками. Без ошибки казака узнает всяк, если смирный, это значит не казак. Без ошибки казака узнает всяк, если смирный, это значит не казак. Чтобы бабы подурели, чтобы бабы самотели. Бешеный любой казак, что ребенок малый, бешеный помрет казак с голоду, пожалуй. Без ошибки казака узнает всяк, если смирный, это значит не казак. Без ошибки казака узнает.
Так вот, гражданин судья, я и спрашиваю к тому, ежели подать на баб в суд, то можете вы им, гражданин судья, приклепать подходящую статью за собачье прозвище «Колчак» и подобное крапивное оскорбление? Что ж, айда у хутор, там разберемся. Пришли мы к Стешкиному двору, а казаки сидят совсем даже печальные. И на кислой их физиономии глядеть со стороны нет никакого, можно сказать, удовольствия. Что надумали вы, бабы, казаков-то? Поразмыслили хотя бы, поразмыслили хотя бы, прежде чем от нас бежать. Ох, тоска заела вас, извела кручинушка. Каждый грустным стал сейчас, будто сиротинушка. Каждый грустным стал сейчас, будто сиротинушка. Спасибо, что завернули в гости, спасибо. Да у нас на хуторе здесь такое творится, знаю, что... Знаю, Федот уже доложил. О. Гражданин мировой, то бишь это, народный судья, разве ж можно терпеть такое обхождение? Вот именно. Ведь напрочь сничтожили Федота. А он казак справный, всю жизнь хлебопашством занимался. А теперь вдруг превзошел в Колчака. Да у Стешки кобеля так кличут. И выходит, что и Федот тоже на собачьем положении. А главное насчет увечья заднего, извиняюсь, места. Ведь за это и статью бабам приварить можно. Наказать их, конечно, можно. Ну, а насчет прозвища? Ну, прозвище, это же не преступление. Вот меня знаете, как в районе кличут? Ну, как же, слыхали? Ну, председатель Реввоенсовета Республики. Сравнили тоже. Вашим прозвищем гордиться можно. А тут... Это как сказать. Некоторые, которые не знают происхождения этого прозвища, особенно наши судейские, так весьма даже надсмеиваются. Давно меня подмывал Игнат Григорьевич спросить, как увижу вас в районе, все. Отчего у вас такое прозвище? Да все как-то стеснительно было. Всем нам интересно. Что могу рассказать? Случилось это как раз после революции. Республика была-то не особо громадная, всего-навсего дворов сотню, то и смех надо мной. А помещалось оно от станицы верт за 40 по топкой балки. В республику же она превзошла таким образом.
На провесне ворочаюсь я к родным куреням из армии товарища Буденного и выбирают меня гражданами у председателя хутора. Заступил я на эту должность, и жили бы мы хутором на мирном положении, но в скорости в наших краях объявилась банда. Народишко вокруг нашего хутора был паскудный. Банде оказывал предпочтение и встречал ее хлебом с солью. Видавши такое положение, созвал я на своем хуторе сход и говорю гражданам: вы меня поставили у председателя. Мы. Но так я от имени всех пролетариатов в хуторе прошу вас соблюдать свою автономию и в соседние хутора прекратить движение за тем, что не контры. А хутор наш теперь будет прозываться республикой, и я, будучи вами выбранный, назначаю себя председателем Реввоенсовета Республики и объявляю кругом в осадное положение. Да. Какие несознательные помалкивают, а молодые казаки, побывавшие у Красной Армии, сказали: у добрый час без голосования. Старики, находясь позаду людей, сначала супротив начали, но я их агитировал матерно, и все со мной согласились, что советская власть есть мать наша кормилица, и за ейный подол должны мы категорически держаться и биться с бандой до последней капли крови. Как же это получается, Игнат Григорьевич? Вот вы всякую словесность, значит, употребляли, а нам не велите. Ну, да. По тем временам мы не то делали, а сейчас за матерные выражения очень можно и партбилет на стол положить. А. Понял, председатель? Чего ж тут не понять? Ну, хутар далее. Да, ну, написали сходом бумагу, станичный исполком, чтобы выделили нам винтовки, патроны, и нарядили меня ехать в станицу. Раненько, на зорьке, запрягаю свою кобылу и еду. Верст 10 так покрыл и вижу, 5 верховых навстречу бегут. Затоскувало у меня у середки. Догадываюсь, что скачут злые враги из этой самой банды, подскакивают. Попереди атаман ихний, Фомин по прозвищу. Гад он, ползучий атаман ендет. У меня и зараз от его плети рубцы на горбе. Да погоди, дед, не встревай. Да, ну, Фомин, ну, Фомин то и гутарит. Ты самый богатырев, председатель. И я. Переказывал я тебе председательство бросить. Слыхал про это. А почему не бросать? Задало мне подобные вопросы, но виду не подает, что гневается. Достал я кисет, высек огня кресалом, закурил. А Фомин коня поводьями отак вот трогает. На меня наезжает и говорит: дай, браток, закурить. У тебя табачишко есть, а мы вторую неделю бедствуем, конский помет курим. А за это не будем тебя пытать и казнить. А порешим, как в честном бою, и семье твоей перекажем, чтобы забрали тебя похоронить. Да поживей, а то нам время не терпит. А кисет в руке держу. И обидно мне стало до горечи, что табак рощенный на моем огороде и донник пахучий на земле советской. Глянул я на них, а они все опасаются до крайности, что развею я по ветру табак. Протянул Фомин с седла руку за кисетом, а она у него в дрожание превзошла. Но я так и сработал. Вытряхнул на воздух табак и сказал: убивайте, как промеж себя располагаете. Мне от казацкой шашки смерть принять. Вам, голуби, беспременно, но колодезных журавлях резвится одна мода. Начали они меня очень хладнокровно рубать. Упал я на сырую землю. Фомин принялся меня конем давить. Но тут услыхал я со шляха пули, заюзжили кругом, по бурьяну зашуршали. Смелись мои убивцы, и ходу вижу по шляху милиция станичная пылит. Скочил я сгоряча, пробег сажень 15,
а кровь в глаза застит, и земля грум-грум из-под ног катится. Помню, закричал: «Братцы, товарищи, не дайте пропасть!» Стояла над степью горячая пыль, к земле от копыт пригибался ковыль. Усталые кони скакали в дыму, и было не тихо на Тихом Дону. Усталые кони скакали в дыму, и было не тихо на Тихом Дону. Ходили мы в бой за советскую власть, в бою очень просто от пули пропасть. Эх, пуля шальная, тяжелый свинец, эх, сколько замолкло отважных сердец. Эх, пуля шальная, тяжелый свинец, эх, сколько замолкло отважных сердец. В крови пламенели края облаков, и сыпались искры от острых клинков. Над Доном рекой тишина разлилась, мы бились не зря за советскую власть. Над Доном рекой тишина разлилась, мы бились не зря за советскую власть. Язык отнялся, память отшила. Пришел самочувствие лап, а левая рука не сгибается. Вернулся домой с окружной больницы, сижу как-то на заваленке, во двор едет станичный военком и, не здороваясь, допрашивается: «Ты почему прозывался председателем Реввоенсовета и республику объявил на хуторе? Ты знаешь, что у нас одна республика. По какой причине автономию заводил?» Только я ему на это очень даже ответил: «Прошу вас, товарищ, тут не серьезничать, а за счет республики могу объяснить. Была она по случаю банды, а теперь при мирном обхождении называется хутором Топчанским. Но поимейте себе у виду, ежели на советскую власть обратно получится нападение белых гидров и прочих сволочей, то мы с каждого хутора сумеем сделать крепость и республику. Стариков и парнишек на коней посажаем, а я хоть и косорукой, а первый категорически пойду проливать свою кровь». Нечем ему было сопротив меня крыть, и руку мне подался очень крепко. Уехал он тем следом обратно. С тех пор меня и кличет председатель Реввоенсовета республики. А все ж таки ваше прозвище геройское, а у Федота белогвардейское. Точно. А это уж от проступков наших, значит, зависит. Я контру бил, а Федот кого? Бабу свою. Вот и есть Федот, сущий колчак. И вот что я вам, граждане казачки, скажу. При нашей-то родной советской власти за кулачное увечье женского полу статья полагается поболее, чем за жутейное стягание крапивой по одному месту. Мой вам совет.
топайте к своим бабам, да и бухаетесь к ним у ножки по поводу вашего прощения. Да вы, так мы что? Мы согласны, так они вертехвостки нас до себя не пущают. Вот уж и двоих солью подранили. Тогда я вот что вам присоветую, казаки. Стратегию поймите. Какую? Какую такую? А вот какую стратегию вы же должны понимать. Игнат Григорьевич, спасибо. Правильное прозвище вам дали. Государственная у вас голова, а? Казаки, государственная. Ну! Казаки, за мной. Ага. Так все и произведем, как порешили. Да. Да. Вот это судья, настоящий, можно сказать, лыкомотив. Что по заграничному, значит, стоящий мужчина. Сдается мне, что не только мы по бабам своим тосковали. Очень даже крепкое подозрение имею, что и сами они без нашего внимания и авторитету находились в полном мраке своего одиночества. Мы круто и намяли бока. Только все же почему-то, только все же почему-то нам не весело пока. Ох, тоска заела. Кручинушка, чуть не плачем мы сейчас, есть на то причинушка. Чуть не плачем мы сейчас, есть на то причинушка. Вороны, не отступим, как в бою. Ни за что мы не уроним, ни за что мы не уроним гордость женскую свою. В сборе весь наш совет, но плясать не хочется, ничего на свете нет хуже одиночества. Ну чего нюни-то распустили, товарищи женщины? Хватит нас агитировать, ты не замужняя, легко тебе. Думаешь, легко? А может, я любви своей на горло наступила из гордости, а вы... Спасибочки Игнату Григорьевичу, он нас надоумил. Вот и сорганизовали мы свой цыганский табор. Мне, как вожаку, в ухо серьгу вдели, Николке усы приклеили и нож кривой за пояс сунули, а деда Захара стежку и Семку и вовсе в бабские платья обрядили. Бабы, цыганы идут, смотри. Может, нагадаем, чего, а? Привет вам, красавицы, раскрасавицы.
Бабы и девки от нашего табора цыганского, родного, а не басурманского. А что ж вы не весело, что носы повесили? Да нам вовсе не грустно. Цыгана не обманешь, цыган все наскрозь видит. Да? А кто может узнать, о чем я мечтаю? А хочешь, красная девица, погадаю, все твои мысли разузнаю. Погадай. Только сперва ручку позолоти. Позолоти ручку. Говорят, что цыгане петь, писать мастера. А правду говорят, так оно и есть. Мы так споем, что небесам жарко станет. Я цыганка молодая. А уж как спляшем, то земля закачается. А ну-ка, цыганы, чавела! А ну-ка, чавела, чавела! А ну-ка, спой нашу цыганскую, да так, чтобы за сердце взяло. Ну, вожак, тебе отказать не могу. Цыгана жизнь кочевая, это всем известно давно. Для него вода ключевая, слаще, чем хмельное вино. В рощи прячется крутая ры, рыжий, как подсолнухи день. Если под рукой нет гитары, пригодятся струны дождей. Костер, не костер, если нет огня. Цыган, не цыган, если нет коня. Нипочем тумана серый дым, рядом с другом верным вороным. Цыгана жизнь кочевая, это всем известно давно. Для него вода ключевая, слаще, чем хмельное вино. Над перитками ветры, на заре свистят соловьи. Если влюбится без ответа, то умрет цыган от любви. Костер, не костер, если нет огня. Цыган, не цыган, если нет коня. Нипочем тумана серый дым, рядом с другом верным вороным. От песни бабы совсем подобрели, можно сказать, присмирели. И тут председатель наш Стешка решил пойти в наступление.
Бочком-волчком подкатился он к вооруженной супруге своей и, ну, трясти перед ней плечами, как самая заправская цыганка. Давай я тебе погадаю, девка. Баба я, мужняя жена. Ох, тоскует по тебе твой мужик. Сердце у него разрывается от горя. Ты зачем ружье берешь? Сдавайтесь, бабы, хендехо. Караул! Грабят! Чего ты, чего ты? Бабы, простите нашу цыганскую шутку. Вертайтесь в хутор, а? Вертайтесь, бабы. Вертайтесь. Ну как, бабоньки, возвернемся? Где уже ласковыми наши казачки стали, а? Возвернемся. Эх, Чавела, играй, Николка, ну и спляшем на радость. Давай. Ну, у вас тут, я вижу, полное перемирие наметилось. Будто бы так, Игнат Григорьевич, будто бы так. Ну и ладно, а теперь собрание проведем и точку на этом деле поставим. Протокольчик я на всякий пожарный случай загодя приготовил. Читай, Николка, ты у нас самый горластый. Обязуемся к женам нашим относиться с любовью и сердечным уважением. О. А также помогать им во всякой домашности и прочей тяжелой работе. Да. Потому как женщина при советской власти есть человек полноправный и гражданский. Обязуемся также не потреблять шибко градусных напитков. Ну это уже не так. Окромя праздников, да и то не старорежимных, а наших, рабоче-крестьянских. По поручению собрания хуторян подписали Степан Кошевой и Игнат Богатырев. Кто супротив идет? Единогласно, значит. Ну, Настя, раз такое дело, вот тебе мое слово при всем честном народе. Предлагаю замуж за меня идти, ежели согласие такое имеешь. Окончательный ответ я тебе через год выдам. Погляжу, как вести себя будешь. Год? Да. Год это же всего 12 месяцев. Потерплю! Горько! Горько! Ну чего ж, ну по этому поводу полагается это уидиенция. Что за означает горло промочить? Нет, 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 нет. Полагается наша песня донская, казачья. Да пляска лихая. Николка, заводи.